А вот эти поперечные... Вот продолжаем работать. Брать, да? А? Поперечные такие, оттуда брать? Или да. Вот эти старые можно использовать? Ну, если они хорошие. Ну, я понял, найду что-нибудь. Да, да. Вот. Сколько куча, оказывается, нагребли тут, братья. Ну и что? Решение пришло какое-то, нет? Да. Какую решили поперечину ставить? А вот которую ты посоветовал. Рыба, да? Да, подрежем. Как раз там подрежем потом. Угу. Ровно сейчас выведем. Ну и что, на какую высоту решили вывести? А мы еще высоту мы уже повесили. Эту. Проволоку повесили. 10 сантиметров отмерим от земли, как ты сказал. Угу. И все, и обпилим. А как его крепить будете? Чего? Поперечину как крепить будете? А здесь? Вот на эти штуки, вот они. Смотри, здесь свои родные. Ставим столб. На него, да, один конец? Вот, родные. Ставим столб, вешаем поперечину и закрепляем вот этими штуковинами. В таком виде. А, вы же подпилите потом здесь его? Здесь будет лежать столбик, ага. Поперечина. Ну она просто высокая, я имею в виду, придется подпиливать. Нет, она подпилится. Ага, уровень не будет. Ладно. А. Подгнивало. Что, куда? Да, можно. Нет, я имею в виду это. Если они хорошие, то лучше истратить их. На забор пойдут они. На соединение. Я имею. А вон вот это, у Николая есть. Вон, вон. Да, почти жить. Вот это. Вот хорошая есть. Смотри, Константин. Вот он почти дочистил. Вот ее можно использовать еще. Не хватит? Че? Чуть-чуть осталось мне дочистить. Да все, брат Николай, отдай им. А то это уже мелочь. Может, придется вообще отпилить. А так, Константин, брат, Константин, возьми у него эту вот. Раз. Куда она пойдет? На следующий пролет или куда? Я топор есть. У кого гвоздь? Это прибейте. Стоит на землю. Посмотри сначала. Где стоишь? Какой гвоздь? Есть, да? Ну, на следующий пролет тогда. Сейчас, братья, отойдут.
Вот так, вот здесь. Подними ее там, самый конец, теперь. А плоскогубцы у тебя есть, Сергей? Плоскогубцы есть у тебя? Это плохо. А, не нашел? Что-то уже у тебя вторая готова, да? У меня три уже готовы. А, три. Сейчас их по размеру одинаковые сделать. Угу. И, в принципе, я что подумал, может ее сделать переносную, а не вкапывать? Не, вкапывать лучше. Чтобы они ножки не сгнивали, как вот говорит. Да, лучше вкапывать. Можно убрать на сезон куда-то под крышу. Не знаю. И обратно пользоваться. Ну, попробуй. Вкопать-то можно в любой момент, в принципе. Если даже это сделаю, ладно, так.